Здравствуйте, уважаемые друзья! Ну что, как и обещал, делаю видео по поводу того, как происходила уборка, точнее, результаты уборки. Вчера в 11 часов вечера, собственно, я услышал звук работы тяжелой техники. И, соответственно, после того, как я выглянул, я увидел огонечки аварийной техники, коммунальной службы. И вот вы теперь можете наблюдать, как произошла уборка. То есть убрали, получается, если мы сейчас идем лицом к этому делу, убрали правую сторону улицы. Правая сторона улицы почищена. Вот почистили вот таким вот образом. Вы можете заценить. Здесь у нас тоже сняли до абсолютно твердой поверхности. Посыпали камешками. И, соответственно, вот здесь, на другой стороне, на левой стороне, все осталось абсолютно неизменным. Не вижу я на левой стороне никаких указателей по поводу того, что их собираются чистить тоже. Ну вот не вижу и все. Наверное, их просто нет. И непонятно, соответственно, когда это почистить. Так что машины в массовом порядке, в большом количестве, стали парковаться на правой стороне улицы, а на левом те, кто имеет посадочку повыше. Я имею в виду клиренс повыше. Ну так вот. Здесь вы видите вот такие вот завальчики. Здесь проходил тот самый маленький бульдозерик, который я вам вчера показывал, снимали. И, соответственно, все это выглядит вот так. Ну, собственно, вот так вот убираются улицы. Вот так вот работают коммунальные службы. То есть надо прождать 4 дня для того, чтобы дождаться, чтобы половину твоей улицы почистили. Ну, я имею в виду проезжую часть почистили от тех сугробов и навалов, завалов, которые были после снегопада. Как вы видите, если мы говорим про часть, которая касается тротуара, да, то тротуарная часть, она все-таки каждый день худо-бедно, но чистилась. То есть, в принципе, что касается пешеходов, людей, то для них никаких проблем ходить не было, за исключением тех участков, на которые выбрасывали снег автолюбители, очищая свои машины от сугробов. И, кстати, последнее, что хотел показать, вот это вот typical parking lot, типичная стоянка для автомобилей во время снегопада. Смотрите, они становятся елочкой, вот вырывают типа капониров, что-то такое, да, то есть как это место, куда ты ставишь технику, оружие при маскировке во время боя. Соответственно, вот видите, они вот так вот стоят елочкой и въезжают и выезжают именно вот так вот под углом для того, чтобы им было более-менее комфортно с учетом того, что машина завалена. Меня спрашивали по поводу того, что делают с машинами, которые не убирают в день, когда надо, свои автомобили. Приезжают эвакуаторы и эвакуируют. Соответственно, люди потом платят штраф за то, что они не выполнили предписание. Вот такая вот, видите, в виде флага КВБ, вонючка. Предписание в виде желтого вот этого листочка с временем, когда будет чистка улиц делаться. Все, за всем откланиваюсь. Всем хорошего дня и счастливо. Пока.